Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Разрешить строить без разрешения. Какие изменения в законы предложили внести на заседание правительства? Откройте, полиция. Сегодня россияне могли провести один день с участковым. В Чебоксарах зацвели цветы. Чебоксарка освоила искусство французских королей. Сегодня правительство Чувашии одобрило проект закона, по которому в будущем году помощь в обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, будет предоставляться в виде единовременных денежных выплат. Кроме этого, на заседании Кабинета министров были внесены изменения в ряд республиканских законов. Чтобы привлечь российские и иностранные инвестиции в Чувашию, Министерство экономического развития представило проект закона об инвестиционном фонде. По мнению исполняющего обязанности министра Владимира Аврелькина, с помощью такого фонда в республике в будущем году удастся реализовать несколько инвестиционных проектов. Министерство строительства предлагает внести изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности в Чувашии. Предлагается осуществлять без получения разрешения со стороны надзорных органов строительство сетей инженерно-технического обеспечения для объектов, не связанных с предпринимательской деятельностью. Михаил Игнатьев отметил, что тем самым упрощается процедура для тех, кто строит индивидуальное жилье, кто сам для себя создает комфорт условия жизни. На заседании также решили, что госжилинспекция будет контролировать целевое расходование денежных средств, которые направляются на капитальный ремонт многоквартирных домов. Также министры одобрили проект закона, который регламентирует изъятие земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Чувашии. Поэтому мы должны предусмотреть все такие возможности, как будут определенные продавцы и покупатели использовать лазейки, которые останутся для них по серым схемам, по другим схемам, ибо цена другая станет. Это опять ляжет на расходную часть бюджета. Это надо предусмотреть и по максимуму закрыть все эти возможности, которые будут недобросовестные покупатели и продавцы работать. Откройте, полиция. Сегодня наша съемочная группа провела день с участковым оперуполномоченным, работающим на одном из столичных участков. Что входит в его обязанности и как встречают его на подведомственной территории, в нашем репортаже. Статный красавец мужчина, да еще и в форме. Подойти к девушке для него не проблема. Правда, совсем не для того, чтобы познакомиться. Здравствуйте, девушка. Идите, пожалуйста. Евгений Иванов, участковый отдела полиции. Познакомиться с ним и его работой мы смогли в рамках акции «Один день с участковым». Его сегодня проводят по всей стране. Обход рынка с дозором – только малая часть обязанностей Евгения. Наш герой также охраняет покой на территории у Дома торговли, кафе «Макдональдс», улицах Карла Маркса и композиторов Воробьевых. Кроме того, порой участковым приходится выполнять роль не только хранителей покоя, но и домашнего очага в трудных семьях. Вообще не пью. Хорошо. Так, сегодня почему не на работе? Сегодня мы с ребенком ходили в больницу. Так, то есть у тебя работа сдельная, работаешь нормально. Полицейскую форму Евгений носит уже 3 года и на службу пришел осознанно. После окончания школы, после 9 класса, я приехал в город Чебоксары, поступил в училище Олимпийского резерва, занимался спортом, легкой атлетикой. После окончания училища Олимпийского резерва я поступил в Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России, по окончанию которой в 2010 году я стал работать участковым уполномоченным полиции. Кстати, 17 ноября Евгений, как и его коллеги, будет отмечать праздник. В этот день в стране чествуют участковых инспекторов. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика. «Не сломай судьбу свою». Именно под таким девизом в Чебоксарах среди школ Калининского района проходил конкурс стенгазет и сочинений антинаркотической направленности. В течение 2 недель школьники, лицеисты и гимназисты рисовали и писали о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека. Инициатором конкурса стала прокуратура Калининского района города Чебоксары. В управлении образования с удовольствием эту инициативу поддержали. Я думаю, что конкурс он состоялся. Это впервые в такой форме взаимодействия прокуратуры и образовательных учреждений. Работу оценивали также и сотрудники управления Федеральной службы наркоконтроля по Чувашии. Я читала каждое сочинение.
А сочинения настолько глубокие, настолько раскрыты темы. Я была поражена откровенностью детей, которые раскрывают эту тему. Конечно, все работы склонялись к здоровому образу жизни. Были даже такие сочинения, где дети рассказывали о своей трагической судьбе. Мы эти работы возьмем в электронном варианте, будем их использовать в дальнейшей работе при написании различных методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Победителей оказалось немало. В каждой возрастной группе 3 места. Отличились ребята из 38-й школы. Их представитель поднимался на сцену за дипломами победителей. Чаще всего в их копилке 5 грамот. Всем, кто предоставил свою работу на конкурс, вручили сертификаты участников. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, «Республика». Сегодня завершил свою работу семинар Ассоциации книгоиздателей. Напомню, что в Чувашии собрались представители со всей страны, от Республики Саха-Якутия до Республики Дагестан. Обсудить тенденции национального книгоиздания, вопросы подготовки кадров и поделиться опытом решения проблем. В нем приняли участие директора книжных издательств, представители региональных министерств и департаментов, Российской книжной палаты и Московского государственного университета печати. По данным статистики, 34% россиян в 2012 году не прочитали ни одной книги, в том числе и электронной. Идет сокращение количества книжных магазинов, которых на сегодняшний день в России всего около 3000. Участники семинара отметили, что в стране много талантливых авторов. Книги издаются на высоком техническом уровне. Но читать художественную литературу становится немодно. Растут только тиражи образовательной литературы. Конечно, на детей могут влиять родители, которые заставляют своих детей читать. Но чтобы решить проблему чтения и книгоиздания в целом, необходимо комплекс мер. Чтобы национальное книгоиздание продолжало жить, конечно, нужна поддержка. И в разных регионах она по-разному существует. И мы убедились, что все-таки власти знают, что если не будет помощи, то не будет и национального книгоиздания, не будет книг на национальных языках. Здесь мы обсуждали, что необходимо консолидированное мнение сообщества, чтобы вот издатели собираются и принимают общее решение. Мы проводим выставки, куда выезжаем все вместе, привозим книги разные. Мы стараемся, чтобы книги национальные попадали не только в этой республике, где они есть, а распространялись в тех регионах, где проживает компактно проживает население выходцев из этих регионов. Такая тоже практика существует. Надо, чтобы книги попадали и за рубеж, куда уехали люди из России по разным причинам, но хотят не отрываться от родины, хотят знать свой язык, свою культуру. То есть это здесь как раз обсуждали. И такие методы есть. Но, к сожалению, не так все просто, потому что никто пока не отменял ни денег, ни трудностей в книжном деле. С Чебоксарского залива исчезли лебеди. Правда, ни о каком криминале речь не идет. С приходом первых ноябрьских холодов птиц перевезли в теплые вольеры для зимовки на базе инженерной защиты. В этом году для лебедей-шипунов создали самые комфортные условия. Они будут жить в отремонтированных теплых вольерах с бассейном с незамерзающей водой. Впервые они будут зимовать отдельно от своих соседей – гусей и уток. Увидеть искусство, которым увлекались французские короли, можно в городской библиотеке имени Маяковского. Там открылась выставка цветочных композиций, вышитых лентами. Автор работ Любовь Гущенкова освоила такой оригинальный способ вышивания уже в зрелом возрасте. Выставка была организована по просьбам читателей библиотеки, которые, заходя за книгой, обращали внимание на необычные инсталляции на стенах. Такой интерес к оригинальным композициям вполне оправдан. На протяжении нескольких лет работа Любовь Ивановны пользуется популярностью не только в Чебоксарах, но и за рубежом. Свои вышивки я, значит, много подарила. Приезжала подруга из Казани и подарила. В Москву увезли. Потом летом во время празднования Дня Республики приезжали туристы на теплоходах, значит, и увезли мои вышивки в Америку. И еще одна девушка заказала мне подсолнухи, поехала к родственникам в Германию. В общем, вот вышивки мои путешествуют. Любовь Ивановна освоила ленточную технику вышивания сравнительно недавно. Уход на пенсию освободил время для хобби. И уже через некоторое время простые ленты в ее волшебных руках превратились в праздник цветов. Композиции и формы очаровывают своим колоритом, дарят зрителям радость и отличное настроение. У рисунков особая объемность и реалистичность.
Вышивание – традиционный и самый распространенный вид декоративно-прикладного искусства. В середине 19 века в Европе стала популярна вышивка лентами. Платья начали украшать ленточными рюшами, бантами, цветами. Тесно переплетаясь с восточными и европейскими тенденциями, этот вид творчества сохраняет свою самобытность, многообразие и традиционное направление. Научиться азам такого декоративного прикладного искусства хотят многие. И мастер-класс Любови Ивановны для поклонниц искусства вышивки оказался весьма кстати. Можно ее до конца дотянуть, можно ее оставить вот такой вот завиточек. Вот когда вы так вот делаете, вот сейчас этот стежок нужно будет, он получит только так. А это можно экономить немножко. Алена Жукова, Александр Петров, Республика. Социальный ролик, созданный творческой группой национального телевидения «Чувашии» в числе победителей всероссийского конкурса. Конкурс проводится по всей России в течение уже 5 лет. И с каждым годом его география и количество участников растет. В этом году комиссия рассмотрела более 4000 авторских работ почти из 70 субъектов страны. Главное условие конкурса – участникам должно быть от 14 до 30 лет. Тематика роликов самая разнообразная – здоровый образ жизни, деятельность конфессии, волонтерство, сохранение окружающей среды. Творческая группа национального телевидения создала ролик «Подари жизнь» о поддержке материнства и профилактике абортов. В полутораминутном ролике 4 истории, 4 несбывшиеся мечты. Жюри, в состав которого вошли представители министерств и ведомств крупнейших общественных организаций, российских СМИ и ведущих вузов России, присудила нашему ролику «Подари жизнь» 3-е место. К слову, это единственная работа из Чувашии, которая смогла пройти строгий отбор и сумела завоевать призовое место. Автор идеи и сценария – студентка факультета журналистики Чувашского государственного университета, нештатный журналист Татьяна Филатова. 12 ноября Сбербанк России отметил 172 года со дня основания. В свой день рождения в Чувашском отделении отчитались об итогах работы за 9 месяцев 2013 года. Сбербанк – крупнейший финансовый институт в республике. По данным Национального банка, его услугами пользуются от 40 до 60% жителей Чувашии. Репортаж об основных итогах работы Сбербанка далее. Я же с вами прощаюсь. Удачи. До встречи. Сегодня более 200 офисов разного формата предлагают свои услуги. Только в 2013 году открылись 18 таких пунктов, а всего их в республике 38. Новые офисы можно узнать сразу, но главное изменение внутри. Филиалы в новом формате четко распределены на зоны. Самообслуживание, встречи клиентов, консультации, быстрого обслуживания и ожидания. Одним из важных направлений деятельности банка являются инвестиции в экономику. В 2013 году был реализован проект строительства завода по производству керамики. Его стоимость 1 миллиард. Рублей. Почти 800 миллионов кредитные средства банка. Еще одно крупное предприятие открылось в Чувашии в сотрудничестве со Сбербанком. Ядринский молочный завод. Активно работает банк и в строительной сфере. Могу с честью сказать, что если смотреть по охвату строительных компаний, если смотреть по количеству строительных площадок, которые так или иначе обслуживаются банком, Чувашское отделение – один из лидеров по Волгоградскому регионе. Наше вложение есть в районы нового города, есть вложения в отдельные точные застройки, которые есть по городу. Большое внимание в банке уделяют участие в госпрограммах. Одна из основных – кредиты на развитие личного подсобного хозяйства. Только в 2013 году более 6 тысяч жителей Чувашии воспользовались такого рода кредитами. Опыт республики по развитию личных подсобных хозяйств, он по сути является одним из лучших в стране. Несмотря на то, что наша республика достаточно маленькая, достаточно компактная, но мы показываем лучшие результаты, одни из лучших результатов в целом по стране. И если посмотреть за периоды с 10 по 13 год, то данного рода кредитами воспользовалось более 28 тысяч человек. Также популярны у жителей республики кредиты на покупку жилья по программе «Молодая семья». За несколько месяцев действия этого направления более 1000 семей воспользовались возможностью приобрести жилье с помощью Сбербанка. С начала 2000-х в Чувашии возросло количество банкоматов. Для Сбербанка важно, чтобы в них всегда было достаточное количество средств, и они были удобно расположены. Еще одно новшество, которое уже освоили жители Чувашии – мобильный банк. В месяц с помощью этой услуги совершается 800 тысяч операций. Миссия Сбербанка. Идем по жизни вместе.